И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и сегодня мы продолжим не просто выживать на Генезисе, но и продолжим отбиваться от волн всякого говна. Пойдем, конечно же, в лунобиом и технологический террор. Да, пойдем именно туда, будем отбиваться от натисков роботов. Хищников. Мне очень не нравится здесь место. Прям категорически не нравится здесь место. Местность, если быть точнее. Ой, прям очень сильно мне это не нравится, потому что, ну, оно прям дебилёхонькое. И, кстати, да, оно... То есть, если в через Хелен телепортироваться на N, ну, собственно, где мой телепорт стоит, то мы появляемся вон на той скале. Ой, ну что поделаешь? Погнали. Готов свое оружие, выживший. Впереди нас ждет череда испытаний. По идее, вот здесь это место. Так, меч. Ну здорово, мать твою, ты будешь приземляться кусок блевотного говна, чтоб тебе тварь калася. Прямо это прям бесячее, это самое бесячее. Червяк? Миллион? Ну это конечно да. Червяк! Понимаете? Червяк! Червь смерти! Вот кого я точно не ожидал здесь встретить, это червь смерти. Ну это прям очень бесячие, они подкидывают наверх, и ты такой, блин, а я ничего не могу сделать, потому что я летаю. Единственное, что... Да, слушай, по ходу дела меч тут без вариантов. И урон я им наношу нормально. Я специально даже взял эти... Так, иди в жопу. Что есть вообще хоть за оружие? Пистолет. Отлично, это хорошо, но нет. Почему? Взлетаешь, и можно приземлиться вниз. Поэтому, походу, да, реально, здесь без тег меча, без вариантов. Я специально даже взял светометы, чтобы, если в чё, их поставить. Уу, супер! Чтобы, если что, я мог поставить и... О, чтобы на них свет подал все дела. Я не знаю. Опа-на. Конечно, спасибо. Но мне... Ну, мне больше нравится мой мечик. Ой, здорово. Но это проблема. А кайфовое место? Тихо. Это что такое сейчас было? Серьезно? Грозовая виверна? Слушайте, ну это я столько наношу урона с увеличенным уроном. А, сколько я наносил урона без увеличенного урона. О, рейлган. Слушай, вот тебя я никогда не брал. Серьезно? Вот сквозь ты не простреливаешь, окей. Мне просто было интересно. Серьезно? У тебя столько урона? Так, ну в целом понятно.
Да что ж ты, собака, да приземлись уже куда-нибудь. Слушай, ну мне это оружие однозначно нравится. Я понять не могу, а там что? Ты... Какого фига? Я просто по нему два раза стрельнул. Это вот это было. Я по нему два раза стрельнул. Можно как-нибудь наверх, пожалуйста? Я хочу наверх. Спасибо, что отказали. Приготовься. Они идут. Замечательно. А я не готов. А можно узнать, почему он не наносит урона? Спасибо. А сейчас наносит. Слушай, ну какая-то непонятная фигня, я вам так скажу. Когда меня будут мудохать, мне это прям очень сильно не поможет. Еще луч же должен попасть. Ты-то какого фига здесь тусишь? По ним же еще должен луч попасть. Он же лучом стреляет. Если в луч не попал, то, соответственно, лосас не тунца. Дурной! Король женец. А я серьезно? Хотя иногда очень сильно непонятно, в какой воздух он такой стреляет. Ого, полтора косаря. Полтора ляма. Но одно радует, что им мне нужен свет, чтобы я наносил урон огромный. Ну и что с ними делать? Слушай, даже попрактиковаться не могу. Я понять не могу, как он стреляет. Вот прям честно, я не могу понять, как он стреляет. Но я им никогда и не пользовался, чтобы хоть как-то пытаться понять. Какие-то безумные уроны. И это даже не про то, что там типа вот у меня там 30 икс урон. Не-не-не. Здесь в целом какие-то безумные уроны. Какого фига он Трелдан так много наносит? Ага. Все-таки у него нет какого-то полета луча, да? What the fuck? А! От,
отлично. Я на автомат поменял. Ну, спасибо. Кто меня там подтолкнул? Ага, здорово. Да идите вы в баню нафиг все! Дурные! Вот что нужно сразу же брать, когда ты падаешь вниз. На, собака! На! Да подожди! Ща! Ща, погоди! Да бляха-муха! На тебе! Ой-ой-ой-ой-ой! Пошли вон! Пошли вон! На тебе, ублюдки! Все-все-все-все-все, идите нафиг! А что такое? Серьезно? Пистолет? Ну спасибо. Пока было неплохо, но скоро появится еще один. Где-то же здесь, да, был Ролган тогда? Я все-таки хочу им попользоваться. Перспективу большого урона мне больше нравится. Ну, меч. Меч, конечно, да. Это прям с помощью него можно летать прям... Ну, здорово. На тебе. Да в смысле ты летаешь, собака? Ты-то как летаешь, скотина ты долбаная? Ты с... А я... Серьезно? Пошли нафиг. У-ху! Я вырвался. Ой, ё-моё. Лом, потух, мутант. Все еще не понимаю, как он работает. Долбанный червяк! У-у-у. Ай-яй-яй! Вот! И что это я такое подобрал? Я ими же даже пользоваться-то не умею! Ну ладно, самое время начать пользоваться! Всех покрапсаю! Это типа щит. Ой, сейчас что-то так пролагало. Короче, в жопу этих... Мне нужно туда. Вот это пошла жара. А, так это был последний же. И это была только гамма. Прикинь, это была только гамма. Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Ой-ой-ёшечки. Это была гамма. Это, черт побери, гамма была. Ну, бетка будет за кадром. Альфа в кадре. Кошмар. Немножко о том, какой все-таки урон на бетке. Я все еще не понимаю, как проходить альфа без какого-то доп. Урона в виде настроек. Вот прям честно, я не понимаю. Если знаете, напишите в комментариях.
Я не понимаю, как пройти на дефолте, на официалке гамма, альфа карту. Вот я прям честно, вот я на серьезе там. Я не понимаю. У меня с усиленным уроном, я им ношу на это, то есть столько урона ношу на бете. На альфе, ну, соответственно, это будет, да, 1020, это ваншот, окей, хорошо, но они по мне сколько урона будут носить, бог с ним. То есть мне здесь везет, я стою на скале, мне хорошо. Но я все еще не понимаю, как проходить альфу. Ни одну из альф я не понимаю, как проходить. Везде не хватает урона. Не, возможно, здесь и как-то можно пройти. Вот, стоишь на скале и все. Но это здесь хорошо. Потом будут вот сверху лететь эти уроды. Жнецы, и все, и будет пердос. А еще я до сих пор не понимаю, как иногда вот так он не срабатывает. Такая фигня. Это у меня багануло или дефрагментируйте астероид? Это так и было? Я просто гранату случайно подобрал. Да, молодец, справился. Это там реально так было, что ли, написано? Ха-ха-ха, прикол, если реально так. Так, ну, я снова получил бур. Кстати, его снова можно разобрать, отлично. В этот раз я нажму сейв. Говна. Кусок. В прошлый раз не сохранился. В этот раз я все-таки заменю бур. Сразу же. Ну что я могу сказать? Нашел кое-какую тактику. Я надеюсь, буду ей придерживаться. И выиграю, короче. Ё-моё, это что сейчас такое было? Чё за лаги? Ну ладно. Подожду, короче, лучше. Ну что, починился. И там вроде как готов. Так, не крути. Мешаться будет. Проход открыт. Как ни крути. Но все-таки это. А где меч? Где меч? Мне вообще-то нужен был меч, чтобы сдрапнуть отсюда. А вот, спасибо, меч. Так, ну, первую волну надо как-то отбиваться от них. Надо прям как-то вот от них отбиваться, 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 отбиваться. Тут, короче, вариантов нет, отбиваемся как можем. Вот так вот. Ручками, ручками, ножками, ножками. Оп! Иди нафиг. Добрый вечер. Сколько безумия здесь на экране творится. А, это был обычный Рекс, прикольно. Ой, добрый вечер. Да идите вы нафиг! Пожалуйста, идите нафиг. Какая сволочь стреляла? Ну и отлично. Ну, видали, да, уже как броньку меня побили. Ну, первая волна, это понятно, она самая сложная, в том плане, что чаще всего у тебя не бывает нормального оружия. Пока было неплохо, но скоро появится еще один шлем. Так, такая прям обнадеживающая, прям, ой, говорит, все хорошо, ну, а еще ты скоро сдохнешь. Вот это звучало бы то же самое. Так, сейчас попробую показать, что я вообще придумал. И это, по идее, даже может помочь и так проходить. Ну, бетку, по крайней мере, точно помогло пройти. Даже без увеличенного урона.
Еще бы единственное понять, из-за чего иногда Рейлган не хочет стрелять. Дурак. Точнее как, он стреляет, но не наносит урона. Как вот, к примеру, было сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Спасибо, что подтолкнули. Да что ж такое? Спасибо, говорю, что подтолкнули. Все, хватит. Бррр. А теперь... Не-не-не-не, вот от вас надо избавляться. Ай. Я думал, ты дальше поедешь. Все? Все? Не все. А теперь все? Еще не все. Ну слушай, нормальное место. Пока вроде не забираются сюда. Ты что ли уже стреляешь? Во, видали? Пшикалка. Вот этой пшикалкой можно сдрапнуть наверх. Дурак! Что творишь? Я ж испугался. Вот. Что это получается? То есть вместо того, чтобы попасть, он делает пшик в воздух. Скоро появится еще один шлюз, приготовься. Фух. Вот примерно. Вот так я и предлагаю летать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты должен был повернуть нормально. Этот проход, он открывается. Дрейки, что самое главное, да, на бетке тоже дрейки начали уже появляться, и вот это прям очень страшно, в том плане, что эти козлы-то могут и на стенки забираться, вот так вот, а ты их почему-то можешь и не убить. Ну, спасибо, игра, кусок блевоты, лагает, что ты собака на самом интересном месте. Точнее, фризит нам. Попробуем этот включить, может поменьше фризить будет. Вот что это такое? Вот. Если знаете, реально, напишите в комментариях, потому что, ну, это прям говень. Когда ты прям в него стреляешь, а он просто не может убить. Это прям очень сильный говень. Ну, собственно, это единственное, как здесь можно нормально выжить. Летать и обстреливать. Ну, только опять-таки же, у меня здесь ваншот. Если бы у меня не было бы такого урона, я бы бегал с стэк-винтовкой. Либо пистолетом. Ну, то есть, с каким-нибудь тэк-оружием, именно с... Вот что это? М? Что это? Это был воздух, в который он уперся. В общем, стек оружием, который имеет многозарядность. И уже
То есть вот так вот отстреливая, летишь и полетел. И отстреливаешь. Здесь же мы имеем ваншот, поэтому можно сделать вот так. Промахнулся. Что? В воздуху! Пока было неплохо, но скоро появится еще один шлюз. Неужто я в тебя попадаю? Не понимаю, как это работает. И в кого я попадаю, уж тем более не понимаю. Ладно, фиг с этим всем. Этот проход, он открывается. Смотри, да, здесь взлетаешь под это, под самый потолок этой области. Это, конечно, прикольно. Не-не-не-не-не. Не надо ко мне лететь. Мне и без вас хорошо. Появился он тут. Ну вот, собственно, про что я и говорю. То есть, типа, и можешь здесь более или менее полегче отстреливаться. Причем здесь отстреливаться уже легче, нежели даже на вулкане. То есть, берешь многозарядку, ту же самую винтовку, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, и пошел. Главная броня. Упал вниз, крылья. И обратно к пшикалке. То есть, как бы, у меня только вот такая вот фигня в голову пришла как можно выжить. Ага, бляха-муха, стреляю в скалу. Иди нафиг. Опять в скалу стреляю. Одна проблема. Время. Время — это прям нещадящая зараза. Оно не будет тебе давать время. Точнее, время не будет тебе давать время. Я вообще молодец в плане высказываний. Не будет времени на то, чтобы где-то постоять, где-то пострелять подольше и так далее. То есть ты как бы вот имеешь то, что имеешь. Спасибо, хоть за край вывалиться нельзя. Еще попадал бы, было бы вообще красота. А! Рука дернулась. Блин, я думал, там один. Должно было быть эффектно, а получилось какашечно. Но опять-таки же, вот, рейлган, либо винтовка. Все, тут вариантов я прям вообще не вижу. Ну и, соответственно, как я уже сказал, вот. Вот эта пшикалка. И летишь, куда глаза глядят. Пытаясь выжить. Благо перезаряжается Royal Gun прям очень быстро, и это прям очень крайне везет. Ты жиробасина не ваншотная оказалась. Пшикалка, спасай!
Офигеть! Вот, про что я говорю. То есть, как бы, запахло жареным. На пшикалку! Фух! Да вроде как живем. И где ты вылезешь? Козел. Пытается подловить меня. Ладно. Здесь какое-то место. Отлично, подобрал говно. Мне нужно туда. Спасибо, не нужно ко мне идти. Меч это тоже прям очень сильно спасает. Прям очень сильно спасает. Вот эта вот возможность куда-то отпрыгнуть обратно, это прям очень сильно спасает. Видали? Луч просто через его рот прошел. Я твой рот наоборот. Ну хоть в упор сработал, ну там хорошо. Да, все-таки такая себе миссия. Но справедливости ради, она очень легкая оказалась. В том плане, что у нее реально есть места, куда ты можешь пшикнуться, встать, и ты стоишь в более или менее безопасности. То есть даже без лишних вот этих вот и не пойми чего, в плане гигантского урона, даже без этого можно, по крайней мере, бетку пройти. Плюс-минус туда-сюда легко. Такая вот фигня. Ну, самое главное, что прошел. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Устал. Комментируй, ну, конечно, делиться моим видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.